В древнем египетском городе Луксоре открылись для посещения сразу 5 гробниц. 2 из них были временно закрыты на реставрацию, а 3 других никогда раньше туристам не показывали. Торжественную церемонию распечатывания гробниц посетил министр по делам древности Египта. Так власти стараются вновь привлечь туристов. Их поток резко сократился после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Новые гробницы находятся в фиванском некрополе Курнет-Мураи. В них покоятся одни из самых важных вельмож древнего Египта. Наиболее примечательная усыпальница принадлежит Аменхотепу Хеви. Он служил царским наместником Нубии во времена правления Тутанхамона. Стены гробницы украшают росписи, на которых изображены сцены из жизни наместника и египетского фараона. В 2 других захоронениях покоится жрец фараона Аменхотепа III и хранитель скота в храме бога Амона-Ра. В отреставрированных гробницах лежат мумии фараонов Тутмоса III и Харимхеба, последнего правителя из 18-й династии. Луксор условно разделен на 2 части – город живых и город мертвых. Первый – жилой, расположен на правом берегу Нила, второй находится на левом. Эта часть города знаменита фиванским некрополем, включающим долину царей, долину цариц и другие древние захоронения. Спасибо.